Здравствуйте, уважаемые зрители! Игра Pokemon Go еще официально не вышла в России, но у вас уже есть возможность запустить это приложение на своем смартфоне под операционной системой Android версии 4.4 и выше. У меня смартфон с Android 5.0, я вам покажу на нем, как установить эту игру и запущу ее. Для начала заходим в настройки, выбираем пункт «Дополнительно», подпункт «Конфиденциальность», и находим пункт, который называется «Неизвестные источники», и разрешаем установку приложения из неизвестных источников. Жмем «Ок». Далее будем скачивать сам APK-файл игры. Для этого открываем любой браузер, который установлен у вас на смартфоне. Переходим на наш сайт Shara Games. Ссылка на него будет в описании. Также перелистываем вниз, и там будет ссылка для скачивания APK-файла. Жмем на нее, и начинается скачивание. Добавьте эту страницу в закладки, чтобы всегда иметь возможность скачивать актуальную версию игры. Итак, скачивание началось. Я приостанавливаю ее, потому что я уже скачал файл ранее. Так, дальше мы заходим в папку, в которой у нас сохранен файл с игрой. Запускаем его, жмем «Install» и начинается установка. Приложение установлено, запускаем его. Напоминаю, что у вас на смартфоне постоянно должен быть интернет для игры. Отлично, игра запустилась. Окей. А на этом у меня все. Если у вас возникли какие-то вопросы по установке Pokemon Go на ваш смартфон, пишите в комментарии, мы обязательно ответим. А возможно, даже это будет нашей новой темой для следующего видео. Как новым покемон-мастерам вам должны быть полезны наши следующие видео о том, как захватить джимы, как ловить и прокачивать покемонов. Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите в комментарии, а также не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Shara Games, и меня зовут Дмитрий. До новых встреч, пока!